Долго просили Алсурид. Надо что там вторая. с Элприлом? Что там с Элприлом было не то? Он Что Элприл поснулся? Я пошел помогать тебе подхиливать. Я не стою. Минуты есть. Больше не буду. А. Там, если бы я сдохла... Если бы я сдохла, виноваты были бы танки. Меня бил моб именно. Мозор, потому что на тебе было печать на агро, плюс 200 агро. Я первый раз сдох вот на этом мобе, потому что он на меня по КД срывался. Присмоньте руку, пожалуйста, меня выкинуло в голове. Просто Элвари подбежал ко мне, там ДК подыхала, я до него... Второй Феникс, знаешь почему? Он был с яростью, он сбрасывал агро, и, таун там не успеваешь забрать, там не, буквально... Нет, я на первом сдох, потому что на мне была печать плюс 200 агро. Второй сбрасывает агро, и банально, если на те дебаф на плюс 200 агро, то, естественно, он начнет первым тебя бить. Я вот так на первом сдох. Меня, то есть я даже не успею таун дать, как он первую тычку совершит по тебе. Не, он не тычку, он вешает дебаф на тебя, и ты горишь. Там, так они все рандомно вешают. Да, это все рандомно. Адмирал. Мы первого убили, который с другим дебафом был. Он на втором был вот эта ярость. Если бы убили второго, у вас бы вот это минус агроз бросил. На плюс агроз. Бафы даем. Ну ты понял. Короче, политика понятна. Смотрите, пошлите со мной. Пошлите, чтобы сразу, блядь, понимали, на втором, блядь, что делать. А то, блядь, на втором, в принципе, более-менее, там немножко затупили. Короче, смотрите. Когда вы вот приходите на второго, начинаете его бить вот отсюда, РД-зона. Дальше лужи легче всем. Вот, нам надо об него слить 10 мобов, да? Вы сами это понимаете. Когда вы отсюда прибежали, бьете, вы не перебегаете вон на ту сторону. То есть вот первые лужи разлили здесь, вторые лужи разлили здесь. Вот. Ну, для всего рейда анонш. То есть первые лужи здесь, вы отсюда будете его доставать, бить. Вторые лужи разливаете вот здесь. И когда появятся эти 10 мобов, вы смещаетесь просто вот немножко вперед, да? И сразу контроль можете дать по ним, то у вас получилось, что 5 мобов здесь появилось, и 5 мобов появилось вот здесь. Не надо так делать. Вы, если эти лужи ложите, то ложите на одной стороне. И смотрите, основной важный нюанс. Вы вспомните, как мы делали, блядь, когда сливали мобов. То есть мы положили лужи здесь, мы положили лужи здесь, грубо говоря, да? То есть потом положили здесь, потом перебежали сюда, дальше бьете здесь, мобы этих взрываем, да, то есть в любом случае их надо будет 10 штук взрывать. То есть мы этих мобов взрываем через контроль, стоим вот здесь, да. Потом летят следующие перья, вы обратно возвращаетесь вот эту точку, вот, и здесь дальше стоите, чтобы мобы были по правую сторону, чтобы проще контролить было. Потом снова перья летят. Вы обратно, в эту, грубо говоря, сюда возвращаетесь и отсюда бьете. Чтобы вы стояли в одной плоскости с мобами. Потом вы в этот момент, когда появятся следующие 10 мобов, добьете второго, и эти 10 мобов пойдут вот отсюда, блядь, вот отсюда. Они пойдут уже к третьему Фениксу. Лёха, у нас на этот момент, подожди, это уточню, сколько здесь хилов сейчас будет стоять, вот когда мы в этом месте будем бить второго? Три. Мы не отхилим 10 взрывов втроем. Почему вы не отхилите? Ну, потому что мы просто не будем успевать. Мы в 6 хилов, вот взрываем 10. Ты видел, как просаживается рейд? А его поднять, вот. Когда там один ДЦ, и Холик, и Шаман, всех, вот кто здесь я будет, мы просто не успеваем, у нас ни манны не хватит, и просто костов не хватит времени кастовать это все. Ну, короче, когда вы сюда там на второго... Там три хила, остальные что делают на той стороне? Там сколько перьев падает? Двое хилит, один дисплейс. Ну, просто столько много урона мы не выхилим тут.
втроем. Должны выхиливать. Нажимайте кнопочки, старайтесь, должны выхиливать. Чешку одень. Я не выхилю, я тебе говорю. Говорю, чешку одень, блядь, чешку отдай. Она у меня одета постоянно. Ну, чешку отдадите, купол есть. Три гимна на ХП есть. Абсорб есть, которого... Которого нет. Которого что-то не чувствует. Что есть, если сова спокойствие даст? Даю проверку. Хватит слакать, давай уже потеть. Полин, если будет возможность, постарайся на второго Феникса лужу оставлять. Если будет я возможность. Я просто ставлю, я понимаю. Просто я ставлю, вот увидел, да, в чем проблема. Я еще ставлю стен на сопротивление. Это минусом по 5. Это очень больно. Слышишь, Тоша? Ну, вроде дают им. Нет? Блин, давай я на минус огонь поставлю. Понимаешь? Есть выгода в том, что хил ставит на МП5, а Элем ставит на огонь. Там на самом деле копейки. Да, я поставлю. Переставь. Мне очень приятно. Ну это да. А где каста? Ретриков-то нету. Да, вот это беда, кстати. Где-то очко вообще. Что, кстати, пиво? Беда в том, что почему я дохну первый, задолбала это нахрен. Кирс, давай так, смотри, я тотемы, чтобы Далёша тоже доставала сначала между третьей и четвёртой, поставлю забей, на огонь. Забей, я поставлю сам, я ауру поставлю сам, не надо ставить, забей. Okay. Там он с руки сильно не бьет, типа он, блядь, бьёт. Во второй фазе просто аура не нужна, там физического дамага вообще нет, там чисто нет. Косты. Окей, просто я на хил ставлю, просто, чтобы хоть какой-то... Я хотел сосредоточение ауру поставить, чтобы при получении урона каст не замедлялся у них. Нет, сосредоточение, второй полный огонь. Ну, я понимаю, на второй фазе я могу эту ауру поставить, но, блядь, типа... Ой. Типа она нужна, но тогда, когда рейд сместится ко мне, то есть первого вы будете без нее бить. Адмирал, хватит спать. Так, подождите, интернет отключился на секунду. Интернет отключился? Все, нормально. Сантей, чё он тролль? Всё нормально. Вот с первым уже разобрались. Типа, с первым, чё он тролль, блядь, что с тобой? С первым нормально, чё? Сейчас более-менее, типа. Вот, Лёх, подожди, я сейчас с адмиралом вот уточню. Смотри, нас сейчас не 25 человек, а меньше намного, грубо говоря. У нас нет еще там, ну, 6 человек. А ты в свободное время что делаешь? Когда у тебя висит КД на щит? Мультики смотрит. Ни одного связующего, ни одного быстрого, ни одной исповеди за весь бой, за прошлый. Только щит и молитва восстановления. Все. Больше нет ничего. Гимн еще дал. И купол. Ладно, щит хоть как спасает, конечно. Вот 25 щитов развесить нужно 15 секунд, остальное время КД. Да там не 25. Что делать там... еще? Вот 12 секунд. Время, там время. 17. Там 17 щитов надо развесить, начнем с этого. Ну 17, я говорю, вот 12 секунд остальных, что делать? Ребята, ну РТ, ну давайте потом подискутируем. Да мы не выживаем, вот чё смысл вайпаться просто так? Если ну, человек не может исповедь кастануть хотя бы одну. Элемы пускай волну цепное кастуют исцеление, блядь. Я уже на пол дал. Как ты представляешь, что я буду кидать землетрясение, тандер, ставить тотем оков и при этом еще кастовать цепное исцеление? Вот ты как себе представляешь это? Кават, поехали. Давай отчеты, погнали. На пол закончился. Сегодня так,
Завтра поменяю адмирала, посмотрим, что получится. Заставлю Элбрила ДЦ-6. Посмотрим. Че можно Дарта прямо сейчас в хила загнать? Он там сидит в Долоране. Каз, тихо. Дребезжали. Сейчас первая фаза, так что... Вот он престом бегает сейчас и на себя не может стамину бафнуть. Один не бафнутый в рейде. Есть стамина. Нет на нем всех трех бафов престовских. Он белый. У меня, говорю, есть стамина, а у него я не знаю. Каст. Перебежали. Спасибо. Два под боссом, пускай сразу идут. Дальних контролем. Вижу, служа нету. Вижу. Вижу. Заберешь? Сейчас забираю. Два пускай доходит. Пускай. Перебежали. Генерал Эрбли. Серьезно? Мэрич? Да, хули делать. Сейчас, без пыли. Отпуск. Перебежали. Аккуратно, где он лежит? Вышли, где-то под меня. Тут в воде. Наверное, нет, стой, стой. Там двое зайдут, этих заменят. Все нормально, пускай это тоже. Он вылечит. Да, вышел. Много. HBR у меня остался. Хорошо. Переводи. Ой, перебежали. Мы уже не стоим. Ладно, хилим. Два моба пускай заходит. Дайте корни что-нибудь. Ковы даю на манис. Декашку пускай. Раз пошел. Перебежали. Через 2 секунды выбор. Забираю. Разом упросил. Одного забанить. Два танка держи. Сейчас идет 4. Все нормально. Два пускай заходит. Каст. Перебежали. Спайда входит. Я у нас не ушел. 15 секунд. Даю каплю. Просто. Я отражался. Пять секунд. Забираю. Каст. Прибежали. Два зашло. Нормально. Теперь следующие два идут. Вот этот пускай мог идет. Где тот пускай идет. Два прошли. Нормально. Все доходит. Каст пошел. Прибежали. Ого.
через 5 секунд, через 8 секунд забираем. Забираю. Пустим бан. Передержал жар. Вот тут появятся мобы, два, пускай сразу взрывают. Далее тормози. Сделай. Немножко отъебу сейчас. Что-то вернее то. Одного законтролить. Раз. Прибежали. На Ларуса. Два молча. Стаков нет. Чуть-чуть поконтрольте. Наверное, акул. Два пусть будет. Два ты сильным. 10%. Побольше будет. Этот и враг, будет сильно. Надо уже приводить. Блять. 8. 7. Бежал. Ты бейте, чтобы мобов не вызвал. Уже поздно. Все, запороли. Бегите наверх. Может, под купол встанем или типа того? Ну, давайте попробуем. Мастер нам там. Да не, мы не. Ну смотри, сколько до Берсе оставалось? Хуй знает, не видно было, уже показывает таймер на второй фазе. Полминуты. Смотри, полминуты до Берсе оставалось, а у нас чернотролля с пола нет. Ну это не повод для гордости. Если бы был чернотролль, перевели бы 100%, идеально. Да, да. Даже если бы он хотя бы полбоя был бы. Ну да, хоть один вылетает или умирает, и все. Чуть ему на раз. Бладшот смотрел кто? Неликс, это рыбу поставишь, бафу, да? Рыбу стоит уже, кто поставил. Рыбу. На меня уже не бросается, монород. Это кто-то другой. Бросается. Бросается, мы сегодня с Чиличем сражаемся. Если ты не в форме мишки, на тебя бросается лучше. Угу. Попробуй, может, с Миликов будешь доставать. Там один раз лужа было, когда пианист сказал, перебегаем, еще там 2 это секунды каста было. Да. Там народу перебегало, там 2 лужа впереди. Я была впереди, точно положила, одна была моя. Так что не ругайтесь. О, боляски, эти бафы задолбали. Баф. Стоит мне, блять, проебать где-то что-то, грубо говоря, процентаж босса, все, вайп. Когда смотришь, блядь, на свои спылы, допустим, и прожимки. Я же анонсил с 10% постоянно. 10, 8, 7, 6. Ты не слышал меня?
Нет. Ну, я слышал 5 от тебя процентов и 6. Ребята, кто слышал? Я слышал. Говорил. Да, ты слышал? Конечно, не слышал. Я не знаю. Я с 10 начинаю. Ладно, давай, отвратите. Все, погнали, а. Все здесь. Вообще, кстати, Рал. Там вон враска зашел. Кстати, что там тролли есть? Сейчас. Прибежали. Пошел. Перебежали. Забираю босс. Ближе не пускай идут. Дальше подходим. Антибаном берите. Забежали. Куда это там? Убежали. Ближнего пускай сразу доходит был. Одних за контроль, все отрудил. Все зайдет. Креп интерес есть. На мост танк. Паст. Прибежали. Кто доходит эти два? Дальних отпускается уже, пускай подходит сюда. Два за банти, два пускай. Пускай ба. Забираю босс. Каст. Прибежали. Лобал. Выведу. Доходит. Раз. Прибежали. Пускай идут. Забираю. Нора пора скидать его. Каст пошел. Перебежал.
два ближних дохода, нормально. Все, пускай стоит вместе пока. Два, пускай вот это. Пойдут стать, пока дойдут. Раз пошел. Бан. Перебежали. Ничего. Забираю босс. Дел, он выжил. Танка болен, бьет, страхи. Кстати, очень быстро набираются. Что, наверное, ложе стоял? Бак приятный, да? Перебежали. Торпеда жгут вообще. Чисто поднимай, моба. Раз, 5 секунд. 14%. Раунд по боссу надо переводить. Шанс не будет. Одиннадцать. Десять. Бейте. Забираю. Хорошо. Да. Перебежали. Восемь. Бейте. Семь. Не стопайте. Шесть. Нормально. Хилились, побежали. Два моба осталось. Сразу гимдам поднимемся. На ману давай. На ману. И ты дайте. Рейд. Даю. До меня не достанет, наверное. Сразу Еру. Поехали. Первая Яра. На сфер. У вас надо будет отворачиваться на крике. Появится только 5 мобов. Еру. Каст пошел. Куда вы, блять, алло? Что? Сейчас будет крик. Банк. Хил. Дай им на хп, Нелец. Даю. Блять, пока Далма на рота сложила. Хэри. Хик. Чтите одного моба. Чтите сапперт. Ебло. Хэр. Крик. Встаньте в кучку, что ли, хуй его знает. Кто-то подними. Нет. Перья. Прибежали. Фер. Добить ее. Наш два. Убивайте, замедляю. У меня два сейчас зайдут. Дайте иннер. Я без мана. Жена, я попросил. Дали. Дайте иннер по Полине. Второго. Сюда по чуть-чуть подпускаю. Кучнее, дали, пожалуйста. Кучнее. Жена, я на подхилте. Перебежали. Один взорвался. Сейчас второй придется. Дайте замедление, дайте. Массакрусские. Они откидываются в воздухе. Дайте хрустнову еще что-нибудь. Бан дайте.
3 стака, надо застопать. 2 секунды, 1. Бери. Бежали. Сейчас снова дайте, блять, Я же говорил, все в одной плоскости. Вот что там делаете, блядь? Дайте ногу. Замедлите по максимуму. Не один. Идет. Женарин, подойди, откинь, да, альбак. А, блядь, Женарин лежит. Пошел. Один зайдет сейчас. Берия. Блять, пизда. Вот чё вы, блядь, снова? Да при чём тут не умею? Чё вы снова сделали? Сказал же, блять, в одной плоскости, вот здесь, блять. Ну всем же объяснил, блять, перед ёбаным пулом. Какого хуя вот лужа вон там вообще? Вот чё они вот тут делают, эти лужи? Они спешат вот уже на следующего, наверное, бежать, думают. Блять, там еще фул хп, блять, у этого мелкого, блять. Вы бежите следующему, нахуя? Блять, вы можете ложить в одной плоскости лужи, блять. А чтобы можно... они были все вместе. Как на. Вот, блять, как вчера хуярили, блять. Вот так вы можете, блять, делать? Может... Вот на первом все лужи появились в одной местности, да? Вы видели, все 10 мобов мы слили, блять. Всех 10 мобов мы слили от Феникс. И весь рейд был нормально прохилен, все было заебись. Потом, когда появились вот эти 10 мобов, которые появились в этом на второй платформе, блядь, это было пиздец. Потому что они появились возле Феникса изначально. Не на Макс Ренджа Коста, блядь. Они появились изначально возле Феникса. То есть вот, блядь, идите сюда все. Еще раз объясню, может, кому непонятно. Те, блядь, лужи кидают. Сюда всем рейдом идите. Вот опять половина стоят. Вот нахуй вы тогда сюда ходите, если, блядь, вы там стоите, афкашите. Я в банк залазю, чтобы посмотреть, какие тени можно поменять, Бибик. Все сюда идите, блядь, чтобы я сразу объяснил всем. Вне зависимости, вы стоите на других платформах. Все равно у вас, блядь, будут роли меняться. Вот, смотрите. Первая платформа. Стоите здесь изначально. Появляются 5 мобов. Сливаются дальше. Перебегаете примерно в печеньку. Бьете. Снова 5 мобов появляется. Дальше. Перебегаете в ромби. 5 мобов появляется. 10 мобов. На эти 10 мобов вы уже добиваете первого. Эти 10 мобов разворачиваются и идут ко второму. Дальнейшие действия. Ну, то есть вы уже стоите вот здесь, примерно. То есть, когда появляется 10 мобов, вы стоите здесь. В квадрате, блядь. Дальше. Бежите к следующему. РДД становится. Зеленую метку, блядь. Стоят, хуярят. И хилы, далеко, походу, сильно, да. Как далеко? Далеко, моб далеко. Моб стоит вот здесь. И чего? Нет, это далеко, конечно. Полина достает хилить? Ну, Полин достает хилить. 36... Блядь, у хилов-то там 40 метров хил. Ну, блядь, вот... Ну, как проверить? Видишь, придется где-то... Вот так вот, вот Долорус стоит, видишь? Сейчас. Вот так вот, край. Ну, я тоже говорю, я не могу понять, что-то слишком далеко. Ты уверен, что, блядь, у вас не такой каст? Блядь, на первой фазе как 30 больше? Метров, вот, стою 30 метров я. Сейчас было 30 метров? Давайте у вас было 30 перепишем. Метров? Какие-то, у вас да. Ну все, тогда вот там поставлю метку. Не понимаю, почему мне так мало маны. У меня даже со 100 силками должно быть больше маны. Они что-то какое-то обновление стоите добавляли? Стоите здесь. Дальше, следующий нюанс. Стоите здесь. Идет следующий каст перьев.
смещаетесь, блять, в Луну. Тут тоже ж 30 будет, не? Да, 30. Должно быть 30. Да? 30 здесь. Достанете отсюда, нет? Достанем, нормально. Все, смещайтесь в Луну. То есть два, блядь, каста перьев, блядь, падает. Блядь, вот если метки можно было, чтобы они стояли, блядь, это облегчило жизнь, но они, блядь, убираются. Дальше, следующий нюанс. Летит следующий каст перьев. Смещаетесь, блядь, вот сюда примерно. Ну ладно, на середину смещайтесь. То есть вот в трусах, блядь, и Луне появились мобы. Что делаете дальше? Контролите моба, мобу сливаете. Идет Касперев. Следующий, да? Стоите, бьете. Смещайтесь обратно в Луну, блядь. Смещайтесь в Луну, дальше бьете. Потом, блядь, снова в трусы смещаете. Стоите, дальше бьете. Появляются в крестике и в Луне. В крестике по чуть-чуть доходят, в Луне, блядь, контролятся полностью, чтобы никуда не шли. И так потом дальше. Сюда прилетели лужи. Потом сюда прилетели лужи. В Луну, блядь. Потом сместились в крестик. В этот момент он уже убьется. Появятся лужи в Луне и в трусах, которые пойдут туда. Туда опять же, блядь, прибежали, допустим, да? Сразу стали на макс рейндж, вот сюда, допустим, да? Череп. Отсюда стоите и его бьете, блядь. Параллельно контролите мобов, которые идут оттуда. Первые переразлились, сместились сюда, блядь. Вторые переразлились, сместились на середину. Потом, блядь, мобы идут, взрываем 10 мобов, блядь. Потом, что делаем дальше? Следующие перелетят. Вернулись обратно. Потом еще раз обратно. Законтролили мобов, слили мобов, блядь. Стоим в черепе, дамажим дальше. Снова появились лужи, сместились обратно и побежали на следующего. Все по таймингам рассчитано. Вообще нихуя не сложно. Надо понимать, что у вас будет на следующем Фениксе, втором, и на третьем, и на четвертом у вас будет перья вперед, перья назад. И за это время будет убиваться, блядь, следующий мелкий Феникс. При этом контроль. Конечно, дай ассиста. Дай мне тоже ассиста. Вот, дай Библа метку поставить и пусть в нем все бегают. О, все. Да, правильно, наконец-то. Библа Энджи. Хилы, которые со мной, это... Прости, Мосс и Шторм, подойдите сюда. Поставил ХВМ. Давайте ступу хотя бы один, а лучше два. Сейчас разобрались более-менее уже с первым, блядь. Второго уже начинаем бить, но проблема второго, что мы неправильно лужи ложим. И мобы идут, блядь, с разных сторон, блядь. А если они будут идти с одной стороны, их контролить будет проще. И, блядь, подпускать будет про. И вам же будет еще проще это все. Вы стоите. То есть что за контроль за стеной ваш, что за контроль возле вас? Сейчас минутку. Вы стоите примерно в центре. Моб далеко не надо откидывать. То есть выкладывать лужи. Выкладывайте их примерно где ромб и где круг. То есть наши мобы должны доходить первыми. Пока они их там. Если вы уже тут там будут лежать в ромбе и круге, то уж, ну, хрень с ним, выкинете сюда. Понятно? Нашим обучам, чтобы вперед первые сразу взорвались рядом с нами, с танками положите и все. Охуенно живут, да, три хилата? А, я хотел спросить, у меня такой вопрос. Вот мы когда били, да, и в рейде кто-то падал. Ну, где первого Феникса бьем. От чего люди падают? Скажите мне, пожалуйста. На них... Перо или что? На гро. Ага, понял. Понимаешь? Там хоть как один умрет. Я понял. Даже нет, если, может, нет.
Там некоторые упали. Локи, поставьте колодец, пустым огурцы возьмут с собой. Кому-нибудь на перебежке может пригодиться. Вот, допустим, жена он упал, потому что по нем прохила не было. Типа, прохила не было, потому что он дисплеит. Вот. Монород упал из-за срыва огрода, допустим. Там в какой-то момент, кстати, Лёша, в какой-то момент все равно придется жену Эну снимать с таким магом, потому что его реально не поднять по ХП. Нет, мы там вы так... снимаете магию, да, блядь, вы должны не снимать. Не снимаю вот этого. Ну, вы должны снять стаки жену Эну и в глыбу уйти, блядь, чтобы его можно было пройти. А может быть поточнее, ну, вы должны снимать, они будут снимать как, втроем или как это будет? У них два фрастмага, по две глыбы. Они могут эти стаки снимать, блядь, на каждом косте, блядь. Ну так надо очередность маги договориться. Сначала анкил снимет, потом резист. То есть на первой вот платформе бьем первого, снимает анкил, на вторую перебегаем, на второй снимает резист. Все. На третью перебегаем анкил, на четвертую резист. Все. Ну там уже не понадобится, там кисло освободить. Лёх, как тебе идея насчет того, что люди на себя поставят в ТМВ куда-нибудь убьют вот этот дебаф на агро и на них заранее повесят СС? Как только дебаф повесится. Когда дохнешь, дебаф снимается? Да. Чё снимается? Я просто думаю, можно как-нибудь кого-то определенного засейвить таким образом. Всем сдохнуть и через так, несколько секунд. Понимаешь? Один убирает, а не пять. Так, один это Локи, раскиньте ассессы по риду, по тем, кто чаще всего дохнет, блядь. Там же Ноя, ну, допустим, да? Раскидывайте ассессы на все. Кто больше всех выделяет, а тут и умирает. В этот да, раз на второй. Все готовы, поехали. Давай, чё. Вот и даже сфирам, блядь, уже научились убивать первого. Уже радует. Да сфирам фигня, там с контролем проблема возникает. Мы не можем завести нормально, адекватно. Еще одного ДКшка. Да, нам грипать надо, потому что у меня у Ешка слишком дохера рейндж. Жаль. Перебежали, забрал. Моба первого пускай доходит. Нижняя пускай доходит. Дальний замедляйте. Так и я иду. Кстати, ног грипп. Сейчас надо пробить. Что я заходил? Каст. Отпустить. Раз. Прибежали. Тебе немного. Тебе идут одного заменить. Все. Медлите эти. Пускай два зайдут. Пошли. Здесь что-то заберем. Раз. Прибежали. Все, забираю.
Рэмбик отпустить. Хочу изучать и замажу. Но замедли. Отпустите. План был. Все пускай стоят. Замедлил. Того тоже классно. Супер. Бежали. Знаете заранее, Мирон? Давайте. Раз пошел, побежали. Вам он ближний пускай заходит. Нормально. Идем с падения. И заберу. Забрал. Побежали. Если упаду, не резайте. Благо. Пошел. Побежали. Можно. Пристопну либо. Далее будет. Что за проблема? 12%. Бейте активно. 10 9 8. Прибежали. Бейте. Не пальцы. 7 6. Бьем, Мара, синтетик. Бежали. Один мог остался. Так, поднимаюсь, сразу Диму даю на ману. Да меня не достает все равно. Ну, кто в рейде? Можешь поближе подойти, пока там не будет. Чтоб тебя Гим достал. Нет, там 40 метров ходит. Поника там просильте речи. Фера уже должна быть. Первая ярость. У нас осталось. Рассвет. Вас с фером, вам идет. Вас фер. Лучший вариант для вас. Там этот на ком ярость, или там чуть. Раз, лишь перебежал, да? Кто стоит? Не забывайте. То есть мобов появилось, двоих мобов сбивают. Я своим метлом не даю банти задних сот. Может, передвинемся чуть-чуть правее? Пер. Пускайте. Пер. Сейф, сейчас! Давай, Гим. Побежали.
генерал не перебежал. Ем на хп, да? Пипер. Скоро там погиб. Два села забил. Хочется мор. Здесь пыльтик ост. Жужин умер. Пипер. Монрод, подними же, наверное, или поди спавить. Вот оно делает. Здесь рогу просит. Да, меня скинуло. Если тебя скинул, ты отфера не отфера? Он кинул эфир, когда череду прожил. Блять. Заеби. Хватит ловить эфир. Давайте следующий убьем. Что? Ташка жив? Встали в меточку все. Посмотреть, как. Меня агро убило. А что ты? Вот там сказал, не дохнуть. В чем проблема была? Простя, блять, этот. Простя, Мосса и шторы. Просто упал. Упал. Я понимаю. Упал. В смысле упал. Просто упал. Умер. Он упал вниз. Такое тоже было. Вы уж так сильно по краю не бегаете. Да, увлекаюсь. Я лучше так на краешек вышел с жопой, там жопу свесил, чтобы он доставал меня. Иногда бывает, увлекаемся. Просто вы понимаете, вот Мосса со шторами. Вы о, там, что? Там хэпал зашел, я видела в дискорде. Бесполезно. Все равно килит. Вот. Так. Теперь все заебись. Единственное, что просто... хуйню сотворил. У меня сейчас танков не было ко второму. Там надо будет, чтобы меня кто-то подменил, пока я стаки набью. Следующий нюанс, смотрите. Ну уже РТ заканчивается, больше пулов не будет, объясню. Только никто не сваливается. Почему сейчас было, блять, вайп? Потому что, во-первых, просто долбоёб. Ну, он это сам уже знает. Так, дальше. Кто еще? Кто еще долбоёб? Следующий нюанс. Почему был вайп? Адмирал, блять, ты конченый. Тоже, блять, понимаешь, что ты тоже долбоёб? Вот реально. Почему ты от перьев не перебежал? Он сдох? Можно я еще... Блять, как Фила может... Здесь, я последние два боя бегал рядом с ним и смотрел, что он делает. Вот идут мобы, вот сейчас... Да. Он должен кидать щиты, а он стоит по 2 секунды не кастует просто-напросто. На перебежках он тоже ничего не делает. Он просто перебежал, подбежал, метров 5 пробежит, начинает кастовать. ДЦ может раскидывать щиты на ходу, легко и просто. Ну, я не знаю, может быть, он лагает, я не спорю. Но урон сейчас будет взрываться мобы ходить, а у нас щитов на полрейде нету. Меня интересует момент, как можно хилам словить сферу, адмирал? Так там же вы первоначально стали на форму, вы уже стоите, вот, блядь, посмотри, иди. Ты стоишь вот так, блядь, сука, в стену лицом, блядь, и все. Тебя нету вообще. Блять, только тебе вы нету... нахуй, ну вы не ругайтесь, блядь, только, не ссорьтесь, ебаный свет. Да у тебя было всего 3 исповеди за бой, да, они разворачивают тебя. Блядь, вы заткнёте сейчас? Сейчас не заткнётесь, мут дам на месте. Смотри это. Ты, блядь, хилы, которые вот Элбрил, Адмирал, блядь. Вы стоите, прибегаете вот сюда и стоите уже вот, блядь. Вот здесь, блядь, край, вы стоите уже в стену, блядь, полностью уперлись, да, вот, вы знаете, что у вас с пером, блядь. Вы стоите, в стену уперлись, все, заебись. Перебежали, вот, перебежали. Дальше стоите в спину, блядь, и стыкаете по хилботу или там по воду. Дальше перебежали, стоите в стену. Постоянно, вам надо посмотреть на этого мелкого, нахуя вам смотреть, вы еще можете... Я вообще не вижу его, я в таргет беру угля через ДД. Чтобы его видеть. Я бегаю боком, мордой в стену. Я не поворачиваюсь вообще. Меня интересует вопрос, почему перед взрывом перьев не вешает щиты, а стоит просто-напросто не кастуя. Он лагает или что он делает? Или он манну экономит?
Что, Мазур? Где, блядь, хилы, блядь? Просто так оставил вас здесь. Сюда идите, Элбрил, Адмирал, блядь. Я только зашла. Встала. Стою, блядь, тут показываю, блядь, хуй пойми, кому. Да я уже видел это сколько раз и бегаю нормально. Прибежали на платформу. Прибежали на платформу. Встали, блядь. Вот так. Чё, стоите, хилите, достаете всех. Касперев перебежали. Касперев, блядь, перебежали. И стоите, сука, в стену постоянно. И, блядь, никаких проблем ни с Фером, блядь. Ни с чем. С Перевым прибежите, это 100%. Даже, блядь, какая разница вам перебегать вот так, блядь, грубо говоря, или вот так. Ну, типа, без разницы вообще. Следующий нюанс. По поводу Полины. Полина, смотри, если у тебя с Фером вот этот, который, ну, блядь, на первой, допустим, да? Ты стоишь сюда спиной вот так, допустим, ну, примерно, да? Я ни одного эфира не поймала, я знаю. Да я знаю, типа, я видел. Вот, если с той стороны, то ты к нему стоишь спиной, ну, грубо говоря, вот так. Этот, по поводу дамагеров, народ, если вы не будете нормально отворачиваться, будет все печально. Дальше, первые 5 мобов появляются. Смотрите, дается 2, блядь, дается 2 бана. Банально, даете 2 бана, да? 3 моба идут. Что делаем дальше? Керсел уже висит? Висит. Этот, замедление идет. Три моба идут под замедлением от стены. Дальше. ДКшка просто дает по одному оковы. 2 моба взрываются. Пока этот дойдет с оковами, блядь, моб. Или даже, допустим, банально кто-нибудь стан один даст. Или, блядь, не знаю, там, допустим, дополнительный бан, или корни, или вихрь. По одному мобу из 3. Все, будет спокойно. Типа, 2 зашли, потом 1, потом еще 2 отпустили. Дальше, если вы видите, что рейд проседает, то есть там, блядь, осталось по 20% хп, то есть вне зависимости, где рейд стоит, развернулись в стену, блядь, этот, и даете там гимн, купол, блядь, вообще без разницы. Ну, тут я про Неликс. Неликс гимн дает, Женуэн даешь там этот. Дальше, по поводу Женуэна, сейчас опять проебали Женуэна. Где был диспел по Женуэну? У вас мозг отключается, когда вы на вторую фазу прибегаете. Анкил, с тебя не было диспела. Да, в курсе, сорян, я уже просто спать хочу. Вот, с тебя не было диспела, это было явно видно. Типа, блядь, я в душе не был, ты Женуэна проебали тупо на этом. Там просто спрыгнул, ты не продиспелил. Этот, адмирал, блядь, стену не смотрит. Грубо говоря, там Элбрил, блядь, тоже, грубо говоря, где-то фир словил. Остается одна Полина. Я ни одного фира за последние 2 дня вообще не словил. Дальше, следующий нюанс. По поводу дамагеров, милики. Этот, я понимаю, что вы там, не знаю, череда у вас там, блядь, и тому подобное. Вот, есть то, тайминги. 2 секунды до хера, вы видите этот каст. Вам не сложно просто, блядь, ну, просто развернуться и все. Ну, то есть это, блядь, секундное дело. То есть даже вот вы зажмите правую кнопку мыши, да, допустим, и все, и развернулись. И у вас камера даже не знает ничего. То есть это, блядь, делается секунда времени. Ну, то есть даже не секунда, миллисекунды. То есть на реакции просто отвернулись, повернулись обратно. Ну, только смотрите, чтобы каст прошел, а то, блядь, повернете еще до каста. И потом, когда перебегаем к следующему, блядь. Смотрите, у вас сейчас был такой тайминг, что вообще идеальный. Ну, то есть вы перебежали, вопросов нет. Не суньтесь вы, блядь, намного ближе вот сюда, к стенке. Стойте вы чем намного дальше от стены. То есть вы можете даже вот сюда встать, грубо говоря, да? То есть там без разницы, хил перебежит вместе с вами. То есть намного дальше от стены. К стене идите, разливайте эти ебучие лужи. Разлили 10 мобов. Дали новую. Нового там по 5, которая ближняя, да? 5 дальние идут сразу. То есть 5 мобов нови стоят, 5 дальних идут. 2 моба там, даже если 3 зайдет, мы прохилим. Подадим сейф. Я дам массакру. Этот. 2 моба зайдет, там 3 бан, допустим, эти в нове стоят, там где-то кирс еще откинет, растусует. И дальше что делаем? Блять, пришли вот здесь стоим, перебежали обратно, и потом снова перебежали обратно. Но появилось 10 адов.
Ну, тут ничего сложного, просто вы вот, грубо говоря, у вас тут такой от кристалла, блядь, до края полукруг, где вы просто бегаете от перьев. Просто у вас тут такой полукруг. Единственное, что по поводу миликов, милики вам надо обязательно отбегать в РДД. Милики даже, я вам вот так... Нет проблем. Смотрите, я вам так скажу. Вы можете даже не то, что в РДД отбегать, вы можете даже за РДД зону намного дальше забегать, чтобы перо вынести. То есть, грубо говоря, ну, то есть РДД стоят на своей точке, вот здесь, грубо говоря. Если вам время позволяет, то есть КАС пошел пробежать там подальше куда-то, вы пробежали подальше, по стену вынесли, и проще контролить будет в разы. Все, больше ничего интересного. Завтра, завтра. Надеюсь, что все...